мысленно, да, я мысленно делала зарядку. Mm-hmm. Мне этого хватает до сих пор. Конечно, все время. А я мысленно ее делаю. Я не подписываю все книги, потому что, ну, давайте, если хотите, я пропишу. Достаточно. Да, одно времени, времени не да. так много, да. Нет, я не во времени дела. Пожалуйста. Ой, только не пальцами. Да, я не интересный человек, да. Дякую вам. Кулыка ведь интересный человек. Это ж Людмилина. Это Людмила Анатольевна должна подписать, это не Эмма Анатольевна. Да, вот это авторка. Вы же на основе. Лариса, остались какие-то книги? Ну вот так. Остались? Ну покажи. Может вот это, да, интересная сказка очень интересная. Подарить. Мы, знаете, молодому человеку? Молодому человеку, он нас так снимал красиво. Да, да. С удовольствием. Ну, мы дарим вам книжку эту. Это формирование ментальной культуры. Хоть она и в сказке написана, в форме сказки, но она очень мощная. Она для взрослых и для детей, это для духовных детей написана эта книга. Здесь заложены основные законы, как формируется любовь. Если подарки, тогда подписать нам. Да, тогда у Эммы Анатольевны подпишите, пожалуйста. Эмма Анатольевна, подпишите, пожалуйста, молодой. Спасибо вам, что вы... А вы скажите, пожалуйста, это что за съемка, где она будет? Это будет на канале сайт, на канале Центра семейной гармонии Яна Ростислав Людовик. Ютуб, ага. Вот там YouTube, да? YouTube, да. Яна Ростислав Людовик, это очень просто Люда, найти. Запиши, пожалуйста, адрес. Учение, как где найти будет эту программу? Почему? Потому что есть люди, которые... Ну, исходники, потому что монтировать я не найду, ну, я мне батарейки не будет все это смонтировать, потому что материала много сейчас было. Дело в том, что там есть духовность, это важно. Все равно вы влияете на человека, а я учу его самого себя сдерживать и выздоравливать. А вы влияете на человека, вы ему предлагаете что-то, вы его лечите. Нет, мы не лечим. А что вы делаете? Нет, не лечим. Почитаю. Может быть, я неправильно поняла. Это имеется в виду, что вот по соционике каждый имеет свой психический, соответственно, энергетический. Так. То есть, чтобы... Это Славушка, может быть, да. Это мы вдвоем. Это вы? Да. То есть, а как вас зовут? Ростислав, внезапно. Да, Ростислав и Яна Людовик. А, вот это? Да. Напишите Ростиславу. Яне. Ну, извините. А, ну да. Ну, мы вместе здесь как бы. Да, Ростиславушка, остановись здесь. Если ты включаешь, то давай вот с такими людьми чудесными. Вот хочется вот вместе вот на память запечатлеть. Я говорю, одно здоровье. Вот мы не педагоги. Мы вообще просто вот то, что мы... педагоги. Мы очень даже педагоги. Да, вот категория есть. Да, РССР психолог. Ой, ну, в общем, мы с точки зрения того, что каждый из нас выпускает энергию определенную, да? Есть энергия, да, это все. Про это испускание, все мы знаем, но только мы хотим, чтобы сам человек этим занимался. Да, но энергия имеется в виду, что она структурирована в каждом человеке. Обязательно. Описание человека. Обязательно. Вот эта таблица Леонардо и дает структурирование этой энергии. Ну, описание человека мы даем. Настюшенька, ты сказала? Да. Ну, то есть, мы обязательно. Мы считаем, что это важно. Ну, расскажи ты, пожалуйста. Время семейной гармонии предопределено уже с момента рождения ребенка, то есть его архитектуры. Это должен быть, как другой стране. Может быть. Вот. Ну, мы примерно об этом пишем, то есть это тоже нам должно введено в программу общеобразовательной школы, что ребенок семейной жизни готовит. Вот. Ну, как именно его, в зависимости от его типа, к варианту семейной гармонии. Вы знаете, что этой терминологии боится официально и школа, и медицина, если боятся. Поэтому я иду другим путем. Все это обналочено, все это задекларировано, все это легитимизировано. Научите нас, пожалуйста. Потому что мы не можем войти. Сегодня я вас научу. Да. Мы хотим просто войти в вашу комнату. Можно вам подписать на память? Вы не будете учить? Вы посмотрите, да? Это наши судьбы. Они здесь очень страшные. Наши судьбы. Никому не желаем такого. Настюш, ты вылила всю воду? Ты вылила сюда? Нет, спрашиваю, можно ли выйти? А, так это можно. Все, вам. Так, я тебя вот.
Все, пошли. Ты же видишь, я... А, нет, мы... Девочки еще сфотографируем сейчас. Да, девочки, мы... Да, Ростислав нас сфотографирует. Настюша. Нет, Настюша нас фотографирует. А, Ростислав. Нет, Ростислав. Сфотографируйте нас. Нет, а где это втроем, в пятером мы сейчас давайте. Это пусть сейчас выйдем. Танюша, а зачем? А я думала, ты хочешь сюда, чтобы прямо. Нет, врачи толкну. Можно, можно? Пока вы будете писать, а мы вас сфотографируем. Девочки, иди. Или мы нам вынесли... А, нет, мы хотим... Нет, она белая, а написано, что Драгоманова, да. Давайте. Люда, давайте. Один сюда, один сюда. Мы поместимся, если что, можно там сделать. Люда, пусть становится. Стас, мы с тобой подряд видим. Вы же эти, вы же доктора. Ага, надо будет разворачиваться. Так, чтобы Драгоманова видно было и нас, красавец. Да. Готовы, давайте еще раз. Блин, белый экран кадр режет сейчас. А за левей? Левей. Все, вот, да, вот я сам перебегу. Угу, по-моему, отлично. Все, спасибо, спасибо большое. Ты вышлешь нам фотографию? Да, вышел. Спасибо. Я взял с собой клеванную. Да, девочки. Ага, такая. Я сам. А у меня такое маленькое что-то. Ой, я просто врач. Я врожденный психолог. Это поэтому вам так кажется. А вообще-то я... Но так и должно быть. Так оно и есть. Это природа такая. Да. И я это принимаю. Вы знаете, я это принимаю с благодарностью. Потому что такова природа отношений наших с вами. Поэтому я прошу Ростислава, чтобы он помогал мне свои мысли снять. Потому что мои мысли очень мелкие на самом деле. Яна. По-моему, пора уже поставить.